Активисты, старшие по домам и подъездам, немало сил они тратят на то, чтобы сделать жизнь в своем доме комфортнее и уютнее. Председатели советов многоквартирных домов хорошо знают, как долго порой приходится этого добиваться. Беседа на встрече с главой региона Николаем Меркушкиным в конструктивном рабочем ключе. Одна из главных тем – реформа местного самоуправления. На нее активисты возлагают большие надежды. Вопросы капитального ремонта домов, благоустройства дворов и внутриквартальных дорог теперь будут решаться на местном уровне в разы быстрее и эффективнее. А главное, районные власти в своей работе будут руководствоваться мнением горожан. А жители контролировать, на что тратятся бюджетные деньги. Очень много определяют самими людьми, очень многое. И будет еще больше определяться самими людьми. И насколько люди будут вовлечены в этот процесс, в процессы созидательные, конструктивные процессы. От этого во многом будет зависеть и результат, и комфортность проживания, и во многом уровень жизни. Именно старшие по домам станут связующим звеном между жителями и властью. К тому же многие из председателей советов МКД – члены общественных советов микрорайонов. А общественные советы в перспективе будут наделены законодательной инициативой, правом предлагать новые законопроекты. Изменения в Самаре уже заметны, говорили старшие по домам. В регионе успешно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году будут отремонтированы 1500 жилых зданий. Разительные перемены и на улицах города. Жители домов в районе улицы Маломосковская долго ждали, когда преобразится сквер Мира. Сейчас он приобретает европейский вид с цветной плиткой и рулонными газонами. Вы когда-нибудь видели, что, чтобы столько тротуарной плитки было положено? Вообще видели? А видели, чтобы столько было отремонтировано тротуаров? Николая Панова в жизни никогда не ремонтировалась. Николая Панова, сейчас она идеальная. То есть это люди реально работают. Как дальше будут развиваться районы и город в целом, полностью зависит от самих горожан, от выбора, который предстоит сделать 13 сентября. В районные советы депутатов должны войти люди, всей душой радеющие за благополучие и развитие своего района. Люди, чьи интересы будут совпадать с интересами жителей. Павел Пресняков, Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.